Девчонки, всем привет! Большое спасибо, что вы зашли ко мне на канал. Меня зовут Ирина. И сегодня это то видео, которое я обожаю смотреть у других девчонков, у девчонок-блогеров. И это фавориты в уходе того или иного сезона. Но сейчас у нас закончилось лето, и я хочу показать вам свои фавориты лета, которые у меня были в уходе. Это именно те выжимки из того всего, что мне понравилось, но сейчас я вам буду показывать именно то, что прям вот, знаете, сливки-сливки, которые на меня действительно произвели впечатление. Сегодня я опять снимаю на селфи-палку, потому что еще пока я карту памяти не нашла, так что по возможности буду, знаете, стараться вам как-то более-менее правильно и комфортно для вас показать. Буду доставать из своей коробочки то, что у меня здесь есть по одной штучке, и рассказывать. Начну, наверное, с головы, потому что у меня здесь всего один продукт. И это, может быть, вы уже догадались, да, это продукт от фирмы Belita Vitex. Их бальзам-кондиционер для волос с кашемиром и биотином. Он у нас идет для восстановления сухих, ломких и поврежденных волос. Его здесь объем 200 мл. И единственный минус у этого продукта, сразу начну с них, это то, что, во-первых, продукт жидкий, а во-вторых, у него не очень приятный аромат. Но волосы после того, когда вы распределяете после пользования данным бальзамом-кондиционером ваши волосы, во-первых, они отлично блестят, во-вторых, они отлично расчесываются, в-третьих, они рассыпчатые, они поддаются укладке, и они, знаете, так, имеют именно, когда вы их трогаете, они такие более здоровые, более живые, и другой человек, который посмотрит на ваши волосы, он никогда не скажет, что вы пользуетесь каким-то очень бюджетным средством, потому что, ну, это действительно достойный продукт за свою стоимость, и если есть такие продукты в масс-маркете, я думаю, не стоит тратиться вообще на какие-то очень дорогие продукты, потому что, как бы, ну, вот как-то вот так вот. Ну, я очень сильно тепло отношусь к данной, именно вот к этой серии, вот именно вот к этой вот розовой, такой розово-фиолетовой, розово-фиолетовая, да, такая бутылочка, баночка. Мне очень сильно нравится, и я вам смело могу ее советовать, потому что, блин, ну, это мой фаворит, и при возможности я, конечно же, еще себе в запаснике наберу вот такой вот, как-то вот так. Вот следующее я покажу вам для лица. Первое, что я покажу, это, конечно же, бесспорный мой фаворит, это Garnier мицеллярная вода. Она у нас идет для всех типов кожи и даже чувствительно. Снимает макияж, очищает и успокаивает. Абсолютно для глаз, лица и губ. Что могу сказать? У меня кожа, как вы знаете, она чувствительная и склонна к высыпаниям. И если что-то не так, то кожа сразу же показывает, сигналит либо высыпанием, либо жирностью, либо сухостью. Причем сухость, если у меня, то она жуткая сухость. То есть, как бы, вы должны понимать. Данная мицеллярка, я ее пользовала все лето, и утром, и вечером. У меня не было кожи сухой, она была у меня очень очищенная. Ну, очень это сильно, конечно, преувеличиваю, она была у меня очищенная. Это один был из шагов очищения утром и вечером моей кожи. И могу сказать, что у меня не было никаких сильных высыпаний этим летом. Поэтому, девчонки, смело могу рекомендовать, объем 400 мл, да, сейчас на рынке она стоит уже не как раньше 200 рублей, она стоит дороже, но если так посмотреть, она идет все равно еще бюджетнее каких-либо других марок, потому что она действительно очень хорошо очищает, и у меня есть желание попробовать другие мицеллярки, потому что, ну, вот этот продукт у меня просто уже баночка, могу сказать, примелькалась, да, но опять же, приходя в магазин, я понимаю, что из всех бутылечков моя рука тянется к ней, мне хочется попробовать какую-то аптечную серию, но они еще пока достаточно дорогие. Поэтому сегодня мой фаворит — это Garnier. Спасибо большое, и мне очень она понравилась. Так что да, бесспорно мой фаворит. И она отлично даже удаляла водостойкую тушь, только нужно было чуть-чуть подождать. Следующее — это будут три маски. Первая, как вы думаете? Да, это голубая глина. Я бесконечно говорю о том, что это просто моя любимица в уходе за собой, и вы знаете это и по Инстаграму, бесконечным моим отзывам и одам, какие я ей пою. И хочу сказать, что я ей в очередной раз пою оды, но я в очередной раз могу сказать, если вы начинаете пользоваться любой глиной, независимо какой будет у нее цвет, белая, голубая, зеленая, черная, не забывайте, девочки, что после любой глины нужно увлажнять кожу, чтобы у нее не было потом другой болезни, это обезвоженности. Поэтому, да, моя любовь, и как-то вот так. У меня традиция бросать бутылочками, наверное, и баночки. Следующее, что я покажу, давайте тоже очищение, это, да, фирма Вилента. Кто бы мог подумать, то, что она на меня произведет впечатление. И я ее поняла, девчонки, наверное, уже
уже ближе к концу августа, в 20-х числах, знаете, такой прям вот конец уже августа, когда я чувствовала, и я поняла ее всю фишку, я просто ее прочувствовала, наконец, что же имел производитель в виду. Но начнем с того, что это Skin Professional, освежающая маска для лица с белой глиной, экстрактом яблока и зеленым чаем. Она очищает, увлажняет, устраняет следы усталости. Но то, что она увлажняет, это, конечно же, дудки, хоть здесь имеется масло сладкого миндаля, и я хочу сказать то, что следы усталости. Ну да, она частично убирает, она чуть-чуть осветляет, очищает кожу. Очищение у нее, знаете, такое своеобразное идет. Она не так, что как вот обычная глина, да, моя голубая, я действительно вижу, сразу же очистилась. Поры там, они стали чуть сузились, да, как-то вот по-другому все убирается жирный блеск. Здесь как-то все по-другому, но смотря на состав, состав просто великолепный. Здесь у нас идет на первых местах вода, каолин, бетанин, оксид цинка, глицерин, который, собственно говоря, заявляет то, что будет увлажнение. И дальше я вам читать не буду, чтобы не сломать свой язык. Но принимая, к примеру, ванну с данной маской, я хочу вам сказать то, что... Во-первых, я получаю релакс абсолютнейший от ее аромата, а во-вторых, кожа чуть-чуть распаривается, и маска чуть больше проникает, и действительно есть какой-то от нее эффект очищения. Но это, естественно, ее нужно в огромную свою кучу бутылечков вместе со всем своим уходом добавлять, и будет эффект. А так, в принципе, за 150 рублей она ничем не уступает дорогим сашеткам с масками, которые стоят там за 10 мл 90 и 100 рублей. Я думаю, это очень достойный продукт, и если у вас будет возможность попробовать ее купить, то обязательно, конечно же, попробуйте. Она мне очень сильно понравилась. Но не забывайте то, что эту маску на раздраженную кожу наносить нельзя. То есть, если есть у вас какие-то прыщички, высыпания, как бы, ну, не стоит, потому что может усугубиться ситуация. Я как бы, когда если у меня какой-то прыщичек возникал, я просто ее убирала, не наносила на лицо, а когда не было прыщичков каких-либо, я ее спокойно носила, и было все круто. Следующая маска, это тоже, знаете, мое большое удивление, то, что она попала в мои фавориты. На нее я вообще никаких надежд не возлагала. Я, знаете, так 50 на 50 всегда думала, ну, пойдет, пойдет, не пойдет, не пойдет. Думаю, буду знать. И это компания Pierre Rico, которую я заказывала еще в далеком своем прошлом, по-моему, весной она у меня была в заказе. И это маска с алоэ верам. А я ее тоже на нее делала пост... В Инстаграм у нее вот такой вот носичек. Она удобная, она гелеобразная такая, знаете, бело-голубая гелеобразная масочка, которая замечательно распределяется, она не течет, у нее нет, знаете, какого-то противного запаха, с ней абсолютно комфортно. Кстати, когда вы ее наносите, присутствует какое-то, знаете, пощипывание, пожжение какое-то. Первый раз, когда я ее нанесла, и что-то такое подобное было, я не поняла. Но потом мне показалось то, что... Она как-то проникает, что ли, какой-то эффект такой был странный. Но у меня на лице был потом просто румянец, кожа была увлажненная, такая, знаете, просто ну, эффект персика. Мне понравилось. Конечно же, цена на нее завышена, 750 рублей за 400 мл, несмотря на то, что я купила ее со скидкой, все равно это дороговато. Буду я ее брать или нет, я еще не знаю. Причина все в том, что она дороговата. А так, всецело, она мне понравилась. И если, девчонки, у вас есть какие-то фавориты именно увлажняющих масок, пожалуйста, оставьте в комментариях название их, я посмотрю, потому что сейчас мне, я поняла, как я люблю увлажняющие маски, и без нее я просто, наверное, завяну. Так что вот так вот. А вот эта масочка мне очень понравилась, но цена у нее, скажу еще раз, ай-яй-яй. Следующее, что хочу показать, и это будет у меня мой любимый антипреспирант от Nivea, и это эффект пудры 48 часов с каолиновой пудрой. Я уже в миллионный раз говорила то, что я являюсь аллергиком, и моя аллергия, она не просто чихание, да, как я уже говорила, а именно идет отеком, отеком квинки. И поэтому для меня выбор каких-либо дезодорантов и всего, это прям, знаете, такая целый обряд, целый ритуал. И когда берешь какой-либо дезодорант, да, вот особенно вот сейчас на лето, ты прям боишься, потому что вот эти вот влажные подмышки, неприятные запахи, либо еще что-то, как бы, ну... У всех свой запах, и как бы не хочется, чтобы он как-то окислялся на тебе. В общем, много, да, причин, вы понимаете. И когда вот я зимой потестила данный дезодорант, я была в восторге. На лето я его брала и боялась, будет работать или нет, потому что, во-первых, это жидкий дезодорант, антипреспирант, точнее, он жидкий, он из масс-маркета, и предел его цены это 130 рублей. Я думаю, ну не будет он, наверное, работать, как бы летом же жарко, все такое. Но, девчонки... Он меня вообще ни разу не подкачал,
ни влажных подмышек, ни липкости, ни резкого запаха, вообще ничего. Я не скажу, что я там потею, простите, как конь, да, но все равно летом так или иначе наш организм природой заложен, он будет охлаждаться. И здесь, блин, ни одного промаха, ни одного промаха у девчонки. Просто я смело могу рекомендовать этот продукт, и я за него ручаюсь. Сейчас у меня уже лежит новый, и это уже третий, или это, по-моему, четвертый или третий будет мой бутылек, я уже сбила счета. Но если будет скидка в каком-либо из магазинов, в котором я беру, я обязательно возьму еще парочку, потому что это просто офигенный антипреспирант за свою стоимость, как он работает. И, девочки, я не могу говорить, как работает антипреспирант, который дезодорантом вот именно распшрыскивается, и я не могу говорить за качество этого же дезодоранта, который идет в стике. Вот за жидкий я могу смело сказать, классный антипреспирант, который стоит своих денег, и он отлично работает. Следующее, что я хочу показать, это будет крем для рук от бархатных ручек ночной. Он идет с протеинами, шелком, провитамином В5 и эластином. И идет его насыщенность текстуры 4. Вот с этим кремом я забыла, что такое дневной крем. Я забыла, что такое после мытья бежать, мазать руки кремом. Я забыла, что такое сухость рук, что такое сухость кутикулы. Обалденный крем в пределах 80 рублей, по-моему, он сейчас стоит. Здоровский, и его нужно совсем немножко, он действительно такой, знаете, питательный, но он не ложится пленкой, и утром, если вы пойдете мыть руки, у вас не будет ощущения того, что вы вообще что-то с себя смываете. Весь впитывается, классный, просто, ну, мега-супер. Конечно, у него идет вот эта вот его одушка бархатных ручек, но мы все привыкли уже еще с детства к этой одушке. Классная вещь за свою стоимость, это единственный крем, который мне нравится из бархатных ручек, единственный из всей их серии. Следующее, это будет у нас уже для тела. Начну я с очищения. Долго думала, какой мне выбрать гель для душа, который на меня действительно произвел впечатление. Вы знаете то, что я просто фанатею от Yves Rocher. И я долго думала, что же, какой же. И что вы думаете, да, это удивительно, но это Гомерис. Это серия Гомерис, и это просто мега вещь, которая пахнет очень здорово, пахнет чистотой, она пахнет травкой, она... Этот гель для душа можно не просто вам использовать его, да, его можно еще использовать для детей с 3 лет спокойно, не будет никакого ни раздражения, ни сухости, вообще ничего. Замечательно пенится. Его вот на нашу семью, с учетом того, что мы пользовались и утром, и вечером, да, его нам хватило, потому что, ну, все мы знаем, если девочки моются, мы знаем, сколько наливают гель для душа, а мальчики, они немножко по-другому наливают, то есть, да, как бы... И поэтому как бы его хватило. Если, мне кажется, если бы я одна им пользовалась, мне бы его на 2,5 месяца точно хватило. Классный продукт, который стоит своих денег, и вот у меня сейчас просто ручка тянется себе заказать еще такой гель для душа, и по возможности, может быть, даже закажу себе такой лосьон. Но классный продукт, который просто... Ну, и фраше они умеют делать аромат, они умеют делать мылкость. Это их. Следующее, что хочу показать, это фаворит Фаворитович мой уже второй раз, это ваниль, молочко для тела, бурбонская ваниль, и хочу сказать, благодаря этому молочку для тела я сэкономила на парфюме. Этим летом я вообще не пользовалась парфюмом, я пахла ванилью, но ни один человек в моем окружении, он мне не сказал, чем же тебя таким пахнет ужасным. Наоборот, все как-то, знаете... Наоборот, нравилось. Даже моему мужу, который не очень любит ваниль, ему очень сильно понравился данный аромат. И он вообще как-то стал с теплотой относиться именно к бурбонской ванили, которую производит Yves Rocher. И с этим молочком для тела я добилась того, что у меня не было этим летом сухости, у меня не было шелушений, у меня вообще не было каких-либо проблем с кожей. Поэтому я могу сказать смело, девочки, если у вас проблемы с кожей, именно с сухостью, шелушением, либо... Вы не любите, когда на вашей коже остается пленка после геля для душа, смело попробуйте хотя бы чуть-чуть Yves Rocher, и вы поймете, о чем я говорю. Я просто сейчас отказалась от масс-маркета, от всей геля для душа, я просто перешла сейчас на гель для душа от Yves Rocher и уход за телом от Yves Rocher. Мне очень сильно нравится, я правда прям очень-очень сильно. Здесь же, конечно, она очень, вот из бутылочки, само молочко, оно прям резко пахнет, но на коже оно раскрывается таким кондитерским, каким-то приятной ванилью, такой, знаете, парфюмчиком таким. Но очень здорово, конечно же, бесспорный мой фаворит. Следующее, что я хочу показать, и это, та-дам, чистая линия.
Показываю ее, потому что отечественный производитель просто в этот сезон меня удивил. В прошлом году, я не помню, какое у меня было солнцезащитное средство, но я нещадно сгорала. В этом году я ни разу не сгорела. Ну, точнее, нет, я сгорела пару раз, когда... по-моему, разок я сгорела, да, всего один раз сгорела, когда я не воспользовалась, но ни мой сын, ни мой муж ни разу не сгорели, потому что я их постоянно наносила им вот это молочко для тела солнцезащитное. Обалденно защищает и ребенка, и мужа, и меня. Не было ничего какого-то такого, чтобы я сказала, это плохой продукт. Пахнет он травками таким, знаете, замечательно распределяется. Конечно же, он липкий. Если вы его нанесете и ляжете, будете загорать на песочке, к вам все прилипнет. Естественно, его нужно обновлять после того, когда вы поплавали. Но это достойный продукт, который стоит своих денег. У него степень защиты 30, и он идет соком алоэ и кедровым маслом. Он глубоко увлажняет, мгновенно впитывается. Производитель, конечно же, немножечко преувеличил, что мгновенно впитывается, но так всецело. Очень даже достойный продукт, который стоит своих денег. И меня в этот раз просто чистая линия, она сразила на повал. И хочу сказать, что на будущий год я обязательно возьму себе тот же самый уход, как и от чистой линии. Поэтому спасибо большое чистой линии. И сейчас я хочу сказать то, что я добиваю вот это вот средство. Это увлажняющее нежное молочко после загара. Мне просто его жалко выбрасывать. Мне жалко то, что у него срок годности всего 6 месяцев. Здесь его объем 200 мл. Он идет с сок алоэ и ромашка. Успокаивает, восстанавливает, охлаждает. И мне жалко выбрасывать, потому что классное молочко, классно увлажняет. И мне нравится, как он работает на коже. Неплохо впитывается, не остается, знаете, ну, как бы сейчас уже проще, нанесла, подождала, он все впиталось, и кожа классная, нет никакой пленки в следующий раз, когда вы смываетесь, здорово, мне нравится, одушка тоже у него приятная, растительная, в принципе, всецело, в этом году чистая линия меня просто удивила, классное средство, обязательно попробуйте, когда будете загорать, может быть, выходите в солярий, тоже достойное средство после похода в солярий будет, мне кажется, вообще. Классные продукты. Ну вот, девчонки, это были все мои фавориты лета. Надеюсь, данный формат видео вам понравился. Хотела максимально быстро снять, но опять что-то разболталось аж на 18 минут. Так что, девочки, простите меня, но нашу песню не задушишь, не убьешь. Если вам, конечно же, понравилось видео, не забудьте поставить лайк. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новое видео. И не забывайте подписываться на мой инстаграм, там я тоже для вас оставляю какие-то интересные моменты, обзоры, то, что мне интересно, по крайней мере. Я вас всех люблю, целую, берегите себя, своих близких, всем теплой осени, всем пока-пока!